Премьера сериала «Отец Сергий» состоится 27 октября 2021 года на Кион. В центре сюжета фильма окажется отец Сергий, бывший священник, который не сторонится мирских наслаждений и не всегда следует закону, отстраненный от служения. Он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил, еще он за это получает вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий, любит выпить и провести время в компании женщин, и довольно часто нарушает закон. В связи с этим на его след выходит следователь полиции капитан Екатерина Земцова. Екатерина не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придется пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битвы с нечистью, в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот Баюн, но и козни вредного и завистливого сослуживца следователя Екатерины, оперативника Кракена. И вскоре за их внешним противостоянием все больше видна взаимная симпатия.